ведь реально, получается, это все как завод автомобильный. Мы тут кусок прилепим, там кусок прилепим. А вообще, по-хорошему, у нас даже бизнес-план есть. Надо строить современный завод автобусный по технологиям, по всем. Потому что вот вы идете у нас здесь, мы и варим, и делаем, и собираем, и сразу окраска. То есть, а должно быть тут прямая линия, то есть поставил там 3-4 линии. Одну линию гоним, большие автобусы, вторую гоним, маленькие автобусы, третью гоним, электробусы. Это современная технология, тогда все получается, и мы на выходе имеем качество. Если, то, ты, что... если ты докажешь мне, что у этого производства есть будущее с точки зрения реализации продукции, мы за течение этой пятилетки мы это сделаем. Хорошо, я беру за это вам доказательство. Вот здесь у нас финишная сборка автобусов, монтаж стекол. А что ты клепишь? Ломовое стекло. Грунтовка, обычная покраска шла. Ну, подготовка поверхности сначала, там, зачистка, а ну, потом уже грунтовка и по всех процессах. Хорошо. Вот для такой молодежи, которая не тягается по улице, надо построить этот автобусный завод, чтобы он уже там начальником цеха работал. Подбирайте себе коллектив на будущий завод. Деньги я вам помогу, одолжу под нормальный процент. Подумай, где, возьми проект, сделаем вам завод и потихоньку туда будем переходить. Но только, чтобы был у вас хороший коллектив. Чтобы не бастовать хотели, а работать. Надо построить новый завод, подумай, где. Хорошо, я понял.